Стихийное бедствие в Актюбинской области затронуло огромное количество семей. Целые поселки находятся в плену у водной стихии. В Уилском районе 340 домов подтоплены. В 49 из них по-прежнему находится вода. Большая часть построек не подлежат ремонту. В связи с этим строительные работы на территории двух сел Каратал и Якпетал начнутся уже в скором времени. В Уилском районе именно в селах Каратал и Якпетал началось строительство новых домов. Все жители были эвакуированы и размещены в пунктах эвакуации. Сейчас старые дома находятся в аварийном состоянии, некоторые полностью смыло. Место для строительства нового жилья уже выбрано. Так, село Якпетал, которое находилось в 5 километрах от Уилского района, будет расположено ближе к райцентру. У Уилли насчитывается более 200 участков с уже подведенной инженерной инфраструктурой, водой и газом. По словам руководителя управления строительства Ержана Муздыбаева, планируется строить квартиры площадью 80 квадратных метров стоимостью 22 миллиона тенге, а также двухквартирные дома общей площадью 160 квадратных метров стоимостью 44 миллиона тенге. В планах строительства школы на 1500 ученических мест и детского сада. Евгений Борщ, программа «Факт».